Монета 1 злотый, 1994 год, Польша. Варшавский монетный двор. На реверсе монеты в окружении венка из листьев прописан номинал. Крупная цифра 1. Под ней обозначено название денежной единицы. Одной горизонтальной строкой надпись «Злоты». На аверсе монеты в центре герб Польши. Коронованный орел с распущенными крыльями. Когти орла выпущены, язык высунут. Под левой лапой орла отчеканена мелкая литера, состоящая из букв М и W, наложенных одна на другую. Дословно, монета Варшавы. Знак монетного двора Варшава, Польша. Под орлом в окружении двух точек указан год чеканки монеты. Дата 1994. По кругу аверса прописано название государства. Надпись «Речь Посполита Польская». В переводе «Республика Польша». Гурт монеты прерывисто-рубчатый. Дизайнеры монеты. Аверс Станислава Ватропска-Фринт. Реверс Ева Тыш-Карпинская. Монета изготовлена из медно-никелевого сплава. Вес 5 грамм. Диаметр 23 миллиметра. Толщина 1,6 миллиметра. Чеканили монету на монетном дворе Варшава, Польша. Тиражом 20 миллионов 904 тысячи штук. Средняя цена монеты 22 рубля. Конкретно эта монета была куплена за 10 рублей.